Знаю, а я сейчас быстро, я уже доедаю, после заливаю и готов. А чайник давайте. Я готов чайник. Вышли, все свалили. О, Буф жив? Домчик, сон пришел? Тут я тут чайник выключал. Все, заходим. Минут пять отойду. Зоя, смотри, в общем я двух боссов помогаю, потом вливаю. Ну, Герри, да? Да, или... Думаю, если время будет, еще Деву. И мне главное Деву, да, чтоб ты был. Ладно, давайте начнем трэш, пока идем к коню. Да, и там аккуратно, давайте время на агро, потому что некоторые... А, у меня есть фирма на пол. Нормально. Там не там. Погодите, не агрите, трэш, но поните буквально на минуту камни, ну, на метку. Стоп, чуть-чуть. Окей, здесь один там? Да, ну, да. Ну, ничего, шоу с ним. Ну, стоп, не агрите больше. Но не сказали, что нет. Маленький. Так, сейчас нет, присутствую. Агра, ты в ДД пойдешь? Как хорошо гильдой ходить-то, намного лучше. Надо, блядь, стринки сменить. Агра, ты тут слышишь меня? Да, блядь, вещь надо менять нам. Вещь маленькая. А ты броню прибрала? Ну да, на сколько? Ну, на ПК. Ладно, удачи, ребята. Давайте. Давай, честно. Взаимно. Давай, счастливо. Позже зайду, давайте. Так Агра в Дисе, просто он что-то молчит. Ну тогда отошел. Ну, вроде смотри, превратился. Агра, ты в ДД пойдешь или хилом? Кем хочешь? В ДД, в хиле, Паша, Паша, отвечай. Окей. Танк, если готовы, можете идти дальше. Так, короче, мне все равно не хватает. 1.4. Ну ладно, так получше будет. Что произошло? Я куда вообще не торопится? Дорога в никуда. Thank you.
чего ты пойдем одну нахуй? Арану. Там далеко бежать, что ли? Вот. В смысле далеко? Лимон, ты заебал? Кто? Ты понимаешь, что мне ярость тоже нужна? Если меня никто не бьет, у меня нет ярости. А если у меня нет ярости, то я не вар, просто мешок с костями. Надо. С говном. На одного моба оставляй хоть. Тебе чарка нужна? Кому? Тебе формула нужна? Дим. У меня просто нет. Проучить хотел. Забери такого. Благодарю. Напомни, только сапроты где мы пьем? На смотрителе и на гневе. На гневе. Ну, это там. Смотритель, аран и все вроде, да? Аран и на гневе только там. Ну, я понял. Чего? Ну, на гневе, это не надо. А, ты за боб? Да нормально. Жопа. Я даже не знаю, что здесь поставить лучше. Символ святой клятвы, символ гнева. Когда было 15 секунд на гнев. Тебе надо, чтобы тебя напалить. Я тебя очень плохо. Смотри, ты же символ.
символ поставил себе на меткость на таунт? Ну, естественно, я всегда ставлю это на инсин. Меткость у меня сейчас, я скажу сколько. 14,65, 1.5% не докап, еще я 2 камня. Давай, от сова идет. Ну, пока вроде не маг. С этими камнями пока не было промо. Кстати, да, кольцо я тоже забыл целка поменять, у него уважение. Перерыв Рэл даст, я думаю, можно будет бегать. Да есть у нас. Да Синтрия запорол. Раздупляюсь, у меня перчатки ПВП, на мне где-то пояс, и все, и меня это просто... Что? Тань. Думчик, а шо у тебя? Кольца целкашных нету никаких? Ты ж ходил с нами. Нет, нет, это не было. Кто мог к вам обращается? Ну, типа вот таких кольц. Вон, показал. Ты же вроде был в рейде, когда они падали. Нет, не было. При мне все на дух падали. Я везунчик. Когда что-то падает, мне не светит. Ой, ты здесь не стесняйся, ретаунчик. Лучше ну, пусть не между нами, лайк. Вот что я сролил. Я тогда на рейде сролил тупо за все вот эти рейды, что ходил в Японию. Вот недавно поезд. Остальное все беги. А, блин, поезд это откуда? Поезд вообще, ну да. Ну и поезд уже, конечно, соответственно, за. Да, я систо был. Ты мерки хоть. А на лечо куда-нибудь, нет? Тихо, крысу надо убить. Что, дайте этот фаребаф. Увой, ДПС по крысе 577. Мы без рыбы, как я понял. С рыбой. А чё? Дайте каску, кулак там. Да, будет. Давайте весь фул. Кушаем рыбку, я поставил возле печеньки. По тактике. Танчится он в одного. На первой фазе мы ну, все стоят. РДД и МДД стоят в ромбике. Танк стоит в трусах. Танчит там босса. Женя, правильно. Смотри. Лимон, стоишь в ромбике вместе с нами, ловишь босса в ромбике и жопой передвигаешься в угол в трусы. Понял? Угу. Потому что он откидывает, он там и, короче, быстро передвигайся, потому что у него там кливы идут, чтобы не кливнуло никого. А мне второму раз, танку быть? Тебе в ДД, нет, тут в одном танке. Сейчас. ДД спекай. Смотри, то есть ты его в ромбике словил? Жопой сюда ушел и должен упереться вот так и бить. Я понял. На первой фазе. Соответственно, будет на нас дебаф, который могут диспелить друид там и еще остальные, не знаю что.
на первой фазе ничего не диспелится. Если будет диспелиться, это, соответственно, будет шотать рейд. Там очень большой дамаг. Рога, то пожалуйста, триксы и пока, да. Вообще не диспелится абсолютно. На второй фазе вот этот рыцарь спрыгивает с лошади. Опять же, ты стоишь в трусах, моментально этого рыцаря ловишь, потому что он не таунтится. Ты его агришь своими обилками. Рога на тебя, я думаю, напулит, сможет. То есть, также мы его убиваем, тут ничего такого сложного. На второй фазе можно диспелить, когда рыцарь слезет с лошади. После этого, когда ты убиваешь вот этого типа, остается конь, да, там, или опять он на коня прыгает, ты становишься вот сюда, в череп. И каждый раз босс будет заходить, короче, он как бы портуется за тебя и становится за жопу. Ты опять же его разворачиваешь, понял? Каждый раз вот разворачиваешь так, как он стоит. Он будет портоваться тебе за жопу, сзаду тебя. Ты его выводишь, на это место поставил, опять вот так стоишь. А, вот, да, вот сюда вставать после того, как убьем наездника. Смотри, первая фаза, он сейчас такой, какой есть. На второй фазе он спрыгивает с лошади, ты этого рыцаря ловишь, опять же в трусах бьем. Убиваем этого рыцаря, я не помню, он или прыгает на лошадь, или одна лошадь остается, это не важно. Получается, третью фазу ты должен вот так вот держать лошадь к рейду. То есть вот так, он, получается, блинканется, станет тебе за спину. Опять же, ты его выводишь, опять так же поставил, жопой к рейду. Мы будем все стоять в трусах, в ромбике, точнее, милики подойдут, будут бить. Сам... Я понял. РДД, смотрите, сейчас я вам линкану. Если кто не был. Опыт. Или да. Могучий топот. Да, могучий топот. Берете, стопайте на последних секундах каста свои косты, потому что он сбивает их и вешает сало на 2-3 секунды. Там. Я не помню точно. Ну, написано на 10, но что-то оно на 10 не вешается, насколько я помню. Там что-то поменьше дает. Слушай, это нормально, что у меня не работает путеводитель? Напиши reload, слэш reload. Не сейчас. Ну ладно, не так он нужен еще. То есть запуливаешь его отсюда, переставляешь его в трусы. И в трусах первую и вторую фазу танчишь. Потом на третьей фазе ставишь его, сам становишься в квадрат и босса жопой к нам. Угу. Скажи, когда третья фаза будет и все. Каждый раз, когда он блинкуется, ты его потом разворачиваешь, так же самое жопой к нам. Подожди, сейчас я ману покушаю. Главное, первая фаза, хилы в курсе. Не диспелите. Саша, лачдан, не давай цепнуху. Подожди, да, я знаю, хишу пустить его. Хиль точечно малый и быстрее. Да, да, да. Надо подождать. Сейчас, секунду, я еще покушаю. И можно будет. Ну, пожалуйста, станьте все в ромбик. Абсолютно все. Роме тут, нет? Тут. Угу. Дайте танку на агрить, клизма не забывай напуливать. Давай. Агрить и переводи его. Выбор. Все, отлично. Даем агро и бьем. Лови, 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 на пул, борщего на пул, стоп ДД, стоп ДД. Становись в угол, так же самое. На пульте ловчивать. Стопните ДД по нему. Бей, бей как-нибудь. Клизма на пуле. ДД. Стоп ДД, Бокус. Прохил рейда. Ложитесь, ложитесь. Диваны можно давать? Да, можно и так, ничего.
и она пул отдал как раз на перифазе. Но, судя по всему, его кто-то не стопнул. Ура. Масс рес, кушаем и заново начинаем. Прикольно, мне не резнуло. Сейчас тебя точно резну. Может, ты где-то за текстурами. Смотрите, на перифазе, я ж говорил, босс не таунтится. Дайте ему своими обилками наагрить, рога даст на пул. То есть будет вторая фаза, стопаем все ДД, танк наагрит, потом бьем. То есть, когда умирает ловчий атумен, вот этот, начинается вторая фаза. Да-да-да, все, все, да, вторая фаза пошла. Все стопаем ДПС. Вот. Лачдан на второй фазе, что может сутнуху давать, не забывай. Да, я похилнул, все нормально было. Там просто дважды просто прилетело овер дофига, и ну, там без вариантов. Рогу пробафайте. Рогу киньте там баф. Друидовского бафа нет. Агро баф есть. Это че на пол? Даем танку поставить. Дум, встань, пожалуйста, в ром. Давай отчет. Так же само. Вначале к стенке, а потом в угол туда. Лопните, будет дальше. Поехали. Вот как еще? Стоп ДД, даем на адрес. Стопаем. Можно тут дисполет на второй фазе. Бейте, пока я по телефону говорю, зыл. Контролирую там. Стоп ДД, пускай ловит ловчего. Ловит ловчего, поставит, только потом идете бить милики. Начали бить. Приголовь топать и не кастуем, 3 секунды. Лаждан Гера есть, давай.
успел развернуть, да? Да, ты его должен спиной всегда держать. Да, я вижу. И там спиной, чтобы вот стенку тебя там вроде откидывают, если не ошибаюсь. Зайдем, поздравляю. Что, мы вот тут вообще идем по ЕП, нет? Да, да. И за ЦЛК я начислю ЕП, только скажите, кому надо будет. Нет, я имею в виду Триню или вот что тут вообще падает за ГП. Да, да, да. Такие рейды мы ходим за ГП. Ну, за ЕП, ГП. ЦЛК 10, там, ну, когда там я веду или Тёма, то там идет просто получаем ЕП, а за шмот не начисляем ничего. Угу. Да. Вы что там внизу? Поднимайтесь на вторую лестницу, здесь не как в обычке. Поднимайтесь на вторую лестницу, вот по центру. Надо было мне в танка, наверное, да? Да, да. Тогда не агрит, хорошо. Пауки снизу. Это, кстати, не... Стоит, не снимает. Блин, да чё их так много-то вообще? Да это с подчистую повылазили, Стойте, стойте, стойте. Спекайся. Два. А чё, можно лут менять на трэше? Я уже поменял, да. Поднимаемся на вторую лестницу, стоим все здесь, где печенька. Танки приводят сюда мобов. Сейчас отопьюсь, поднимусь. Окей, хорошо. А про оперу ребятам расскажи фишку. Какую фишку? Ну что, ее не бьют. Ты знаешь, мы сейчас карут не будем ходить. Что? Я думаю, ребята будут пытаться ловить. Ну, по крайней мере, типа там я или Тёма не буду. Более-менее статик был, и, пожалуйста, край тёплый руку, не погибли до последнего. Не, ну это да.
Поднимаемся, заходим с левой стороны в угол. Дальше чистим комнату. Поднимайтесь, естественно. Да. Кто-то не во время. Это там багается на них иногда, так что умрет, и это не косяк. Он не багается, он на некоторых тоже тут не езжает там. Дальше комнатку чистим, потом будем к морозу идти. Слушайте, ребят, ну пугов-то нет, разрольте сразу то, что нужно, и все. А при чем здесь пуги, то еще разницы нету. Не, я просто говорю, что плюс ДПС будет не то, что никуда не расходит. Ну да, не даст ДПС особо и типа маншкальцо, точнее, как его. Сокет у него не с собой, камень. Ну, посмотрим. Посмотрим, как пойдет. Но я планирую вот сейчас. Я планирую всех, кроме Копыта и Молчезара. А Копыта, он не проходной? Проходной босс, но он... Ну да. Просто... Не, агро, погибель я не буду травить, потому что я не знаю на нее полностью тактику, а Димы не будет. Артема тоже сегодня не будет? Нет. Ну, можно. А можно завтра завести там, чисто показать тактику ребятам, чтобы... Ну вот, или может даже... Да не там титул, он лок. Это я не прохилил, реально, я просто промазал, тыкнул. ДНМ. Он не там, сори, не знаю как. У тебя, в принципе, там ДНМ, там... Да вы у меня рядом в хилботе, просто один слева, второй справа. Заходим, чистим эту комнату. Стоп, сзади ж трэш добивают, алё, куда вы с двух сторон потащили? Дай Джованни, возьму. На заменку? Вместо тебя. Ага, все отлично. Ляды, короче, как съехал, да?
Так, по танцам. Я расскажу там все, но это люди как раз знают, они были. Последняя сильность будет на танцах. Бокрус, ты будешь на подстраховке вместе со мной. Ну я знаю, но я так, на всякий, мало ли где-то. Помнишь, как у нас в прошлый раз было, что с таймингом что-то пошло не так? Я имею в виду, что... На морозе, самому морозу. Слаки людей. Ну, по танцам, да, там не было проблем. Вадим, слышишь? Да. Так, на боссе, когда вот будет там, ну, куб такой нормальный подрастишь, можешь на меня или на ДНМ, а там прилив сил есть. Да, я кидаю. Это группа, она реально. Так, а напомни еще, кого мы? Дерибаку, да, и Вейди? Мы должны это идти, да, потому что это Бабл. А, да, Бабл. Хотя можешь дисплей, пожалуйста. Это тяжелее будет, тем более хилом. Если бы в ШП, то было бы проще. У нас МТ сейчас ловит, правильно? Ну, мне просто здесь этот щит на ком держать. На ком хочешь. Не держать. Он будет хилить, да, птицами. Там не обязательно, чтобы тебя убить. Не будешь на щит отвлекаться, просто не пользуешься. Да я не отвлекаюсь, у меня же ТМВ уже настроен. Саш, на щит это даже надо, понимаешь? Говоришь сам, что мама что-то... Чё, я не сажусь по мане? Если буду садиться по мане, я буду бегать в других вещах. Задумчик, давай дальше. Выходим все с комнаты. Я пока буду рассказывать тактику, Дима сделает все, что надо. У босса две фазы. На первой фазе мы... Саш, тотем убери. Первую фазу, я думаю, будет паладин танчить самого босса, Мороуза. Вард будет танчить 4 моба, которые рядом с ним. Мы будем сначала заливать мобов. Сейчас расставим меточки, все как надо там сделают. Мы вейдим босса для того, чтобы убрать Берибаку, потому что у этого моба будет бабл.
это будет немного проблемно. И плюс она хил. На второй фазе танки. Там от вас надо будет... Вы будете танчить Мороза вдвоем по очереди. Будете перетанкивать друг у друга. Сейчас. Будет два дебафа. Рваная рана и отравляющий укол. Он не должен быть... Не должно быть два этих дебафа на одном танке. Если будет два дебафа на одном, он шотает. Вот, получил. Вот будет танчить первый у нас... Он будет первый танчить у нас Пал. Пал получает отравляющий укол, если не ошибаюсь, будет первое. Не, рваная рана. Пал получает рваную рану, Вар забирает у него сразу же. Вар получил укол отравляющий, Пал забрал. Вот, тут особо больше нет ничего. На первой фазе еще будут танцы. На танцах будет бегать ДНМ, The Doom, Агро и Клизма. Бокрус будешь на подстраховке. Танцы появляются с левой и с правой стороны. Это те, кто бегают, все знают. Это будет там 4 человечка. На них будет, в центре них будет белый луч. Вы становитесь в него и просто бегаете. Там ничего сложного. После того, как побегали, будет на столах еда. Это кабан, рыба и пудинг. Кабан дает плюс ДПС, рыба восстанавливает МП, пудинг дает нормальный дамаг по человеку. На этом, в принципе, все. Если вы будете есть пудинг, скажите, что вас прохилили. Дайте, пожалуйста, минутку. Дайте минутку биофика. Сейчас подожду. Так, танкам я рассказал. Вроде все. Дим, по еде будешь немного помогать, а то я не... Ну... Будет сложновато мне смотреть. Ты будешь есть... Я знаю. Это знаю. А танки едят еду или нет? Нет. Если танки очень в крайних случаях едят еду. На мобах будет еще дебаф. Точнее, для них это баф будет. Баф, он настакивается. Каждый стак уменьшает по ним дамаг на 10%. Когда мы едим еду, стаки уменьшаются на 1%. Иногда приходится есть хилам, иногда танкам, если есть возможность такая. Если будет на паладине, у паладина возможность, он будет есть. Сейчас я расставлю метки. Паладин танчит вот здесь вот Мороза. А Вар будешь танчить, ну вот здесь вот в центре сразу же. Тут ничего сложного, ничего такого нет. Главное на второй фазе, ну тут основное это вторая фаза у танков, главное с дебафом. А первая фаза, главное с танцами не слакать и вовремя бегать. Думчик, может бы вот здесь вот поставил себе портал в центре? Как раз, чтобы тебе бегать было удобно. Я здесь есть. Отлично. Так, у нас много падали рыбку. Кушаем рыбку. Даем фулбак. РЧ на понимание тактики. Если где-то надо что-то говорить, расскажу, что знаю. Ассисти, пожалуйста. По этим говорит. Хорошо. По-другому говорит первый раз. Дим, поможешь на поассистить эти раны, потому что мне в хиле будет сложновато. Окей, я Мороза потом целью выбираю. Все, да, я же говорю, я не будет в таргете, поэтому. Так, все готовы. Танки по местам. Отдаю отсчет на пол. Череп, крест, трусы. Дайте ему поставить сначала, потом так заливайте. Крест в рейде. Мороза в печеньку. Мороз, да, отведите Мороза в печеньку. Геру. Да, какая Гера еще даже. Да. Танцы. Ну, кто танцует? Да.
не танцует. Переключили крест. Дум кабан сразу лечит. У нас тут на маленьком. Угу. Танцы. Агро большой стол кабан слева. Возле печеньки. Дим, по стакам не надо есть. Съешь его без его. Танцы, танцы, танцы. Танцы еду. Кабан возле мороза. Ближе ничего не вижу. Один ешь справа стол. Мороза, давай быстро. Да, не спринтил, спал. Говори, где есть. Это стулья, да? Да, в стулья. Убираюсь. Еда, где есть? Не вижу вообще нигде. Пудинги только вижу. Моб, Фредди, заберите моба. Ешь пудинг, танцы справа. Съел пудинг, меня просил. Танцевать должен тот, кто... И там, да? Да-да-да. Слева маленький стол, рыба. Где-где-где? Слева маленький стол, слева маленький. Танцы справа. Кабан маленький, лево. Справа тоже есть. Справа маленький. Ты съешь что-нибудь. А, вижу рыбу. На центре есть кабан. Слева маленький. ДНМ опрокил. На центре забираю. Мороза, печеньку заберите. Пробка, айпадно готовьтесь. Вообще, голяк, где пузин хотя бы? Забрал босса, забрал, забрал босса. Забрал босса, бар. Отлично. Ничего не съел. Забрал. Все, не надо есть. Ну так понял, уже не надо. Забрал. Ближе, чуть станьте друг другу. Забрал. Все, остановитесь в ромбике, танчите его. Подходи по ромбик. Забрал. Забрал. Полождан стал. Агро БР. Нету. Забрал. Забирай, забирай. Ложимся. Выйдем. Выйдем. Диван, может? Не надо тут жить. Я что-то не так сделал? Передал. На тебе был уже один баф. Забирает его паладин, а ты берешь его с паладина, на тебя вешается второй баф и тебя шотает. Вы начинали все правильно, по одному, ну, по одному вот эту, что там, рваная рана и укол какой-то. Да, да, вот, то есть вы должны, у каждого какой-то один должен был быть добав, постоянно между собой таунтить вот так, чтобы не было на одном танке два добавки. Это на второй фазе, да, а не в самом углу. Тарасов, вторая фаза начинается, давайте выходите все с комнаты, наверное, выйдете, придется. Вторая фаза начинается, когда с босса пропадают вот эти вот стаки, которые внизу. Тут я, наверное, броню поставлю, сильно пошибаю. Я не обратил внимания, а что меня убило? Метка, не прохилился. Метка, которая дает тебе сразу пол хп почти сносит, потом идет тика удар. Зоил, давай лучше пэтом не умирай лишний раз. Чё,
готов уже. Давай, Вайт. Куда пошел? Куда пошел там? Назад. Выходим и выйдем. Тут моб Беребака. Он очень противный. Поэтому его лучше убрать. Тут 6 мобов, если не ошибаюсь. Из них 4 рандомных. Давайте пока здесь баф отдавайте. Баф, да, пока рыбу поставил. Кушайте рыбку все. Выходим. Обратно, дом, за дом. Молодец. А чего вы их агрите? Мы их вейдим, потому что там Беребака. Это моб, который кидает бабл. А, вы это, рандом ищете поудачнее? Да, да. Я понял. Зоэл, ты лагаешь. Выходим, выходим. Я блинкуюсь, не надо. По еде Зоэл рассказывал, что какая еда дает. Лимон. Слышал? Что? Да, он говорил. По еде он рассказывал, ты понял, какая, да, что да, еда, да, дает, если есть. Самая рыба дает ХП. Нет, рыба дает 20% дамага. Кабан. Точнее, дает, смотри, 20% дамага, рыба восстанавливает МП, а пудинг наоборот тебя дамажит. Продамаживает сильно. Это кабан? Мне ты надо что-то есть. Это если будем говорить. Хорошо. Если, например, у тебя на столе, вот ты сам можешь смотреть, у тебя на столе за спиной будет на маленьком две рыбы и много стаков на боссе. Каждый стак это уменьшение на 10% по нему дамага. То есть, если у него много стаков этих, то можешь скушать рыбу, у него пару стаков спадает. Заэвейдл, все. Ну, стаки это если кто-то прослакал танцы. Нет, нет, ну как. То, что прослакал, там... Все равно стаков будет накапливаться. Ну, все, нет Беребаки. Заходим. Заходим. Видишь, надо, чтобы была меня выкинула просто. Еще раз мороза в печеньке, так же самое, навара 4 мобов. Так, где какое? Я думаю, Дрейгера сначала. Ну, этот ману жрет, а пилы не нужно. Ладно, вот эту хила бить не будем, это ничего она там не решит. С
смотри, давай как первого станера снимаем, или тот, кто ману хавает. Мне без разницы. Я по мане вывезу. Ну давай, давайте наоборот сделаем. СС? По одному из танков, мне кажется, СС. Да, давай, наверное, на Вара Войда повесь. А, если что, Агро БР нет. Лайф, сколько у тебя до... У Агро БР в атаке еще. У него БР буквально 2 минуты. О, видишь, 2 минуты. Сколько у тебя до того, чтобы ты вставал? Уже. Отлично. Там буквально копье находил. Клизма сразу на пол черепа АОЕ потом. Бокрус тут. Отлично, все готовы, отчет на пол. Танки на изготовочке. Не забываем, кто как бегает. Танцы побежал. И кабан вижу. Смотри дальше. Танцы справа. Дум, рыба на маленьком. Если что, на центре рыба следующая. Слева, если будет бегать, слева на маленьком кабане. Танцы справа, танцы справа. Рыба, рыба справа, большой, большой кабан. Справа на маленьком кабан, там где печенье. Зоил, скушай рыбу на центре. Танцы, танцы, танцы. Рыба, маленький, право. Центр кабан. Большой на центре. Танцы справа, побежали. Дом, бегать можешь уже, танцевать точнее? Да, у него должно открыться. Нет, 20 секунд. Фокус, вместо дома сейчас будешь бежать. Нет, не успеет. Бокрус вместо дума будешь бегать сейчас. Танцы справа, Бокрус побежал быстро. Зоил, съешь рыбу где-нибудь. Да, теперь ты, Агро, после задума. На одну вас двинулись. Дум, встал. Дум, съешь. Я съем рыбу, Дум, ешь кабана. Лаждан, если видишь рыбу, где-то ешь. Рыба на центре. Танцы слева побежали. Рыба на центре, там где печенька. Лаждан, съешь. Слева на маленьком два кабана. Скоро вторая фаза. Танки, можете ближе стать друг к другу. Вторая фаза началась. Когда скажу забирать, начинай. Забрал. 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 Забрал.
Забрал. Забрал. Забрал, забрал. Забрал. Так, Фойд, на тебе должна быть. Дай прожимку. Забрал, забрал. Какую прожимку? Забрал. Ну, уже не надо. Забрал. Забрал, прохил рейд. Забрал. Забрал. Забрал, встал. Забрал, пал назад. Да, уже 4. Забрал. Забрал. Дайте гимн на ману. Ага, извините, раздан. Забрал. Иннер по лэшдану. Забрал. Забрал. Пал забрал, забрал. Пал. Бар забрал. Забрал. Пал, забирай. Как у тебя багается? Забрал. Забрал. Может, тринка? Ой, забыл. Откажитесь, пожалуйста, я потом не пешку. Прекрасно. Тринка, кстати, она вообще беспонтовая никакая. Это... Насчет забагался, я просто смотрю на каст босса. У кого Гаргота, умирайте. Вставайте. Да, у кого Гаргота, умирайте, кстати. Вас никак не прохилите и никак не снимите. Лачдан умирает, Рон умирает. Слышишь, Зуэл, я все. Хорошо. Бери Джованни, убивайте деву и дальше. Все, ребята, давай. А если мне можно отойти, мне надо срочно на 15 отойти. Спокойно отходи, минут 15, они трэш будут чистить. Шкаф поставь, пожалуйста. Ага, сейчас. Тыкните на шкаф. И удачи. Yeah.